Добрый день, друзья. Сегодня у меня на правке была Оксана из Санкт-Петербурга, и она уже пришла на ладку тела какой раз? Третий раз. То есть мы правили позвоночник, мы готовились к постановке атланта, и вот наконец-то атлант стал на третий день вот этой ладки на место. Все успешно, мы провели тесты, но у нас еще завтра день впереди. Вот. И сейчас Оксана скажет свои ощущения. Что она прочувствовала, когда вот поменялось все в организме? Начну с самого начала, так коротко. Первая правка была очень болезненна, я так немножко перепуганная была, но чувствовала, что да, косточки постепенно становятся на место. Вторая правка тоже была болезненна, а вот третья правка, я хочу сказать, ощущения совершенно другие, то есть я себя чувствую уже, я могу прямо это сказать, здоровым человеком, позвонки, то есть я даже рано утром могу встать и прощелкать сама все позвонки. Я не знаю, что говорю такое. Но третье, это вот это уже сейчас, да? Нормально. И хруст меньше стал у тебя в шее, правильно? Практически не хрустит. Нет, не хрустит, и в разные стороны могу высыпаться стало быстрее. Высыпаться стало, да. Нигде не болит. А до этого позвоночник, конечно, меня очень сильно беспокоил. У меня боли были, и было защемление до такой степени, что я не могла на ноги встать в течение 2 недель. Поясница, я лежала, лежала в кровати. То есть, друзья, смотрите, тут налицо явные протрузии в поясничном отделе. И, как я уже говорил, постановка атланта занимает не одну процедуру, кому-то две, кому-то три. Вот Оксане хватило три с ее протрузиями. И что получилось? Когда мы хорошо проработали шею, но мы работаем со всем позвоночником, и с ногами, и челюсть. Но когда хорошо мы проработали позвоночник и шею, поставили атлант на место, то автоматически выравнивается сколиозная дуга, нагрузка на диски снимается. Я буду поэтому снимать отдельное видео по биомеханике, и протрузии постепенно вылечиваются. Ну, у нас есть масса снимков, делали люди до и после, были грыжи, и потом оказались протрузии или исчезали протрузии вовсе. Ну, в принципе, все, что хотели сказать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И я хотела бы сказать, что не переживайте. Обращайтесь, не думайте, все будет хорошо. Главное сделать этот шаг на встречу. И соблюдать все рекомендации. Обязательно рекомендации нужно соблюдать. Это и диета, да, и все-все-все, что там написано, все надо сначала прочитать и внутренне собраться, что ты это сможешь, что ты будешь помогать доктору в излечении своего позвоночника. Всем добра, здоровья, обращайтесь, вам обязательно помогут. Всем здравия.